Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы с вами будем добавлять в свои кошельки MyEther Wallet токены, которые пришли нам от проекта Avinas. Его мы проходили пару месяцев назад. Сейчас я вам покажу. Мне пришло 939 токенов, что по окончании ICO получается в эквиваленте 939 долларов США. И сейчас я вам покажу, как их добавить на MyEther Wallet. Но перед этим хотел бы вам сказать, что напомнить, что я с недавнего времени участвую в проекте Drop the Bomb. Вот здесь вот есть у меня на канале часть 1, часть 2, часть 3, ну и даже часть 4. Но первых трех частей вам будет достаточно, чтобы ознакомиться с проектом, чтобы принять в нем участие и чтобы стать партнером моим и партнером команды и успешно зарабатывать деньги. То есть проект, напомню, топовый, таких аналогов нету. И как бы я вас призываю стать моим партнером и принять участие в этом проекте. Всего лишь нам необходимо соцсети хорошие и работать в команде. Здесь вот под видео, которые вы сейчас будете смотреть, у вас будут ссылочки на часть 1, часть 2 и часть 3 этого проекта. Пройдете, ознакомитесь. Также главный чат проекта есть, где идет постоянная переписка. Также есть бот, в который все новости и выплаты вам будет указывать вовремя. И даже есть YouTube-канал, где постоянно, через день, через два, проходят тренинги, вебинары, команда открытая, все это проводит, все занятия, вебинары. Посмотрите, в принципе, все очень просто. Вот, получается, главный чат проекта, где постоянно идет связь с администраторами, вот даже... Сегодня уже воскресенье, поздно, в принципе, люди отдыхают. Ну вот Юрий тут, один из администраторов. Все вопросы, если какие-то нужно порешать, мы будем решать их завтра. Сегодня, пожалуйста, давайте доотдыхаем. Ну как бы это показывает то, что постоянно на связи команда и, соответственно, партнерская работа постоянно проходит. Также... Так, закроем это. Также здесь вебинары и тренинги у них на YouTube-канале, который вот таким образом называется. Ссылочку вы тоже увидите под видео. И это все проходит в прямом эфире. Каким образом вы узнаете в чате, в который только что заходили. А здесь выкладывается, соответственно, повторы. И вы можете здесь ознакомиться, если у вас нет времени, что нужно делать с соцсетями, чтобы они подходили для работы, какую работу вообще нужно проводить. И последнее, вот регистрироваться вы будете вот по этой ссылочке, которая также будет под видео. Регистрация в Drop the Bomb я вам оставлю. Здесь вам нужно будет пройти регистрацию, у вас будет свой личный кабинет. На примере своего я вам покажу. Вот. И здесь мы просто будем с вами выполнять задания. Уже выполняем. Вот у меня на данный момент 8000 токенов этого проекта. В скором времени, буквально в 2-3 дня, обещала команда новая баунти. И осталось всего 899 мест. Буквально 2 дня назад было больше 1000. Я говорю это к тому, что здесь чем и славен, скажем так, этот проект, что здесь ограниченное количество участников, 4000 человек. Больше не будет. Остальные не смогут уже принимать участие, соответственно, в этом проекте. Поэтому не тяните, подписывайтесь. Не подписывайтесь, точнее, подписывайтесь на мой канал и регистрируйтесь, соответственно, в этом проекте и принимайте участие. Итак, возвращаемся обратно к нашей теме. И, значит, здесь сегодня мне пришло сообщение от Telegram вот такого вот бота, про которую у меня, кстати, на канале тоже есть, если вы посмотрите на мой канал, третье видео, по-моему, там как раз об этом боте. Очень удобный бот,
для того, чтобы смотреть, чтобы не пропускать транзакции, которые у вас происходят в MyEtherWallet в кошелечке. То есть он сразу же показывает, как только токен из какого-то airdrop'а приходит к вам на кошелек, сразу же вот приходит ко мне сообщение. Вчера пришло сообщение о том, что пришло мне... Я записал, кстати, об этом видео. 4999 CNC от проекта Ecoinomic. Вы можете посмотреть это, соответственно, во вчерашнем видео. А сегодня вот опять удача, скажем так, улыбнулась. И пришло сообщение, то что от проекта Avinos или Avinok, кто как его называют, 939 токенов поступило на мой кошелечек. И, соответственно, я сразу же зашел на сайтик, чтобы убедиться в этом. То есть, если вы прокрутите пониже, соответственно, вот это вот ссылочки под видео перейдете. Так, что-то здесь у меня немножко зависло. То есть ищем Avinos. Где-то, а вот он. Вы также можете его найти. Avinos. И нажимаем на ссылочку этого проекта. И вот это вот у нас старое видео, где мы с вами зарабатывали, соответственно, эти токены. Держимся. И количество токенов вы можете... Это было 21 июня 2018 года. Я посмотрел, здесь у нас, 397. Соответственно, показан баланс. Я рассказывал, как зарабатывать через соцсети, это мы все делали. И, соответственно, несколько слов о проекте было. Ну, в принципе, и все. И вы должны были сохранить сайт, если вы участвовали вместе со мной. Вот регистрация. Здесь можете также сюда пройти, на этот сайт. Вот я прохожу сразу сюда. Также можете сделать и вы. И попадаем как раз вот на этот сайт Avinos. И давайте посмотрим, значит, автосейл нажимаем, посмотрим airdrop, что у меня было с токенами. Токенов у меня было 9399, что как раз означает 940 токенов, долларов, и мне перевели 939 токенов. Значит, я посмотрел автосейл, вот здесь вот закончена продажа была 1 августа, 31 июля, вот последняя цена была по 1 доллару, соответственно, у меня было 939 токенов, у вас может быть и больше, может быть и меньше, все зависело от того, как вы, сколько сетей подключали, сколько у вас было партнеров. И, соответственно, что мы здесь можем еще посмотреть, я посмотрел на... Так, кошелек ваш должен быть. Так. Вот на ваш кошелек нажимаем и смотрим. Количество 939. Транзакция — это номер контракта моего, соответственно, по которому мне отправили эти токены. И 939,9, видимо, там комиссия была 1,1. И это было 5 августа 2057. То есть вот буквально недавно. И я записываю как раз это видео. Ну и, соответственно, проверяем это все у себя на MyEtherWallet. И добавляем сюда. Как нам добавить, я вам рассказывал в прошлом видео. Но на всякий случай повторим. Вот сюда вот я нажимаю. И добавляем с этого сайтика Explorer. Здесь вот на кошелечке все транзакции прописаны. Смотрим, вот они, Avinos наши, 939, все верно. Нажимаем сюда и копируем номер контракта. Берем, копируем номер контракта. И, соответственно, запоминаем символ названия этого токена Avinos. И смотрим количество после запятой 18. Тоже запоминаем, возвращаемся в свой кошелечек
И добавляем вот сюда на кнопочку нажимаем, вставляем номер контракта, пишем Avins. Ну, если неправильно называю проект, то как бы ничего страшного. Avins и 18. И у нас должно добавиться. Так, смотрим. Да, все добавилось. 939 Avins. Ну, надеемся, что эта цена устоит хотя бы 1 доллар, которую мы с вами видели. Соответственно, я вам уже показывал. Ну, как бы все, что я вам хотел показать. Еще раз поздравляю с удачным прохождением airdrop от этого проекта. Так же, как и вчера нам пришли токены. Это очень даже хорошо. Начали мы отрабатывать свое время и затраты. Всего доброго, до свидания. С правой стороны, как обычно, плейлист с моими проектами, где я участвую, вам рекомендую. Также, кому была полезна информация, подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной трансляции. До свидания, до новых встреч.